Кто там? Голованов? Тогда он очень хороший. Нет, друзья, это Ясь! Приветствую вас, друзья! Речь в сегодняшнем обзоре пойдет об одной очень интересной приманке, которая в последнее время наделала немало шума. Паровозик подсел, друзья. Хороший поклевочкой. На струю пошел. Итак, встречайте. Джакал Тимон, Риушин. И все на тот же Риушин. Это вобра класса минус с плоским телом. И в первую очередь он предназначен для ловли лососевых рыб на сильном течении. На нашем же с вами рынке приманка представлена в двух размерах. Это 53 Heavyweight, вес которого 4,5 грамма. И 63 модель, также Heavyweight, вес которого 7 грамм. Индекс Heavyweight означает, что приманка быстротонущая. Она очень хорошо подходит для ловли на среднем и сильном течении, как я это уже говорил. Она исправно держит струю и не вылетает при этом на поверхность. В работе Риушин весьма послушный, откликается даже на самые легкие рывочки. Это, знаете, это когда надо вот аккуратненько так продернуть приманку без какого-либо агрессивного твичинга. При этом она обладает и своей собственной игрой на равномерной проводке. Но здесь надо, друзья, учитывать тот факт, что полностью приманка раскрывается именно в условиях течения. К сожалению, на водоемах со стоячей водой такого эффекта добиться нельзя. Там уже приходится применять именно такой вот агрессивный, жесткий, быстрый твичинг. На паузе, погружаясь в воблер, также неплохо сыпется, вот так, знаете, покачивая бочками, тем самым дольше находясь в толще воды, и у рыбы больше шансов и возможности атаковать вашу приманку. Чуть побольше килограмма. Полторашечка. Ой, воблерочек наш. Риушинчик-то, а? 53-й. Да. О, стартанул. Полетные характеристики приманки просто запредельные. Они летят далеко, а самое главное точно. Даже в условиях сильного бокового ветра. Это жерех. А теперь предлагаю разобрать каждую из моделей по отдельности. Итак, 53 Heavyweight. Я думаю, ее по достоинству оценят любители так называемого легкого спиннинга. В наших условиях она особенно будет интересна для ловли головля, язя, даже хариуса. Но, знаете, конкретно вот именно на этот воблер этой весной был пойман действительно хороший жерех для малых рек, вес которого превышал отметку 3 килограмма. Ясь! Здоровенный, глянь! Какой к черту жерех? Какой нахрен голавль? Ясь! И я думаю, это неплохой результат. Дальше идем. 63 Heavyweight. Ну, я думаю, логично его будет применять в более глубоких местах, на широких, таких обширных плесах. И в первую очередь, я считаю, это действительно вот жереховая приманка. 63 размер, на мой взгляд, он идеально вписывается в условиях малых и средних рек. Ну и, конечно же, не надо забывать про севера, про Кольский полуостров, где, как мы знаем, обитает семга, кунжа, крупный хариус. Вот именно вот 63 размер для таких мест, для таких условий, по мне, он очень хорошо подходит. А сейчас предлагаю поговорить о подаче приманки, об основных проводках, которые я применяю чаще всего. Здесь все очень банально и просто, их всего три. Первое. Это медленная и равномерная. Как я уже говорил, эта проводка эффективна в местах именно с сильным течением. То есть на спокойной воде такая тема, к сожалению, не пройдет. Плавная. Это 2-3, знаете, такие 2-3 плавные протяжки с паузой и при этом с отдачей. Кстати, вот именно вот эта проводка очень эффективна при ловле весеннего жереха. И третье – это резкий агрессивный твичинг с небольшими паузами. Это как раз вот одна из самых таких вот эффективных проводок, которые чаще всего применимы именно для ловли дикой форели там, в условиях горных рек.